Привет, друзья! Ну вот, пожалуйста, прямо мой афоризм. Я его уже писал как-то. Жизнь и есть творчество. Если сократить из жизни все длинноты и повторения, это и будет наилучшее произведение. Вот мне пишут в скайпе. Ну, просто интересно, посмотрите ситуацию. Да. Сейчас. Я с просьбой, будет возможно 10 тысяч рублей до завтра отложить. Одолжить. Да. Звонят, я не взял этот скайп, а потом мне срочку такую. Алена Хлупина. Ну, дочка моей подруги, бывшей, с кем мы очень дружили, с Наташей Вилькиной. Мы с Наташей Вилькиной дружили. Очень много общались, философствовали. Да, потом она меня попросила, чтобы я помог ее дочке. Алене Охлупиной. Я взял, она тогда училась тогда в театральном, она училась, Аленушка. Я ее взял с собой в ВТО Кескиной. У меня там был вечер. Меня пригласили, я там показывал ключ, это было много лет назад. И в моей книжке, самой первой, 90-го года, «Ключ к себе», там есть даже страница о том, как мы выступали. То есть я научил Алену летать. И на сцену я ее пригласил и сказал, вот это будущая актриса, а зал полный. И там и Ульянов сидел вот на первых местах, да. И у меня на сцене летала народная артистка Люся, как же ее, Людмила. Ну да, да, мне подскажет. Ну, у меня в книжке это написано, возьмите, эта книжка гуляет в интернете бесплатно, аудио, «Ключ к себе». Бесплатно гуляет, послушайте, очень интересно, там эта история описана, как Аленушка, она летала, и я сказал залу, тут режиссеры, актеры, и кто хочет, предложите ей какую-то роль, там она тут же перевоплотится, и ей предложили, она тут же перевоплощалась, весь зал хлопал, а... Ну, как же ее, Людмила, ой-ой-ой, сейчас вспомню. Она тоже летала и говорит, вот она свобода, это народная артистка летала, вот она свобода. А Михаил Ульянов ее спрашивает, Люся, что за свобода такая? Она говорит, ну, понимаешь, я от роли к роли шла к этой свободе, а тут вот она. Да, ну что за свобода такая? Ну понимаешь, Мишенька, вот вы все на меня смотрите, а мне до лампочки. Да, ну вот это вот как раз таки Алена Охлопина вдруг мне написала, помоги мне 10 тысяч. Я ей написал, ну я сейчас занят, но через 5 минут перезвони, я сейчас на конференциях срочно занят. Через 5 минут она пишет, через 5 минут, если я с просьбой будет возможность 10 тысяч. До завтра одолжить. Ну, я, конечно, кинулся, но сразу, конечно, хотел написать, пришли карточку, куда деваться, дочка моей приятельницы Вилькиной, к сожалению, нет давно. Вот. А мы с Вилькиной, ой, сколько философии было у нас, сколько мы разговаривали, сколько общались об актерах, о режиссерах, о разных интересных вещах. Потом, значит, я поэтому вдруг... Ну, что такое ключ? Ключ – это такая штука, когда тебе надо быстро, срочно принять решение, и ты не знаешь, какое. Ну, жалко же, с одной стороны, ни с того, ни с сего. Ну, что 10 тысяч раз и отдать? Лучше я еще один микрофон куплю, правильно? А это Алена, ну как я могу не отдать? Вот надо сделать выбор. Я написал фразу. Что такое ключ? Я написал фразу. Позвони мне, ну, чтобы я тебя увидел. Я ее не видел много-много лет. Она писала, меня ошибла машина, и поэтому я не могу сейчас. У меня камера разбита в компьютере. Я тебе сейчас карточку пришлю. Ну, таким уверенным тоном, ну, да, Алена. И вдруг у меня опять вопрос. Ну, позвони мне в Facebook. Я вам сейчас зачем это все рассказываю, вы сейчас поймете. Как жизнь складывается у людей, которых хотят обмануть или
Ну вот ты не знаешь, вот дорогой тебе человек, дочка друга тебе за помощью обращается, ты хочешь помочь, и вот ключ, что такое? Это когда ты вот вдруг чувствуешь интуитивно что-то. Да, ну как же камеры нету? Ну позвони, написал. Ну, напиши два слова знакового события, где мы последний раз с тобой встречались. Она присылает фотографию. Да, смотрю, Аленушка. Фотографию присылает. Она что же, актриса, в малом театре тоже работала. Хать, да. Посылает вторую фотографию. Вот моя фотография. Я говорю, нет, ты напиши два слова. Почему я так делаю? Ну, потому что я чувствую, что-то не так. Потому что, ну что, человеку позвонить и показаться. Она говорит, камера не работает. Ну, напиши два слова. Она пишет. В Москве встречались в ресторанах. Последний раз виделись уже давно. На дне рождения виделись в моем. Ну, я написал, это не ты. Пошла в баню. Ну, это интересно, правда же, смешно. А потом я думаю, слушайте, до чего наша страна довела людей, что толкает людей вот на такие преступления. Это ж надо кому-то копаться в этом, смотреть ее сайты, смотреть мои сайты, присылать мне такие, придумывать легенды. Ну, наверное, какой-то ребенок там, ну, лет 30-40 или может даже пацан какой-то, козел. Ну, до чего довели народ? Это же вообще ужас какой-то. Ну что мне теперь быть? Написать ему, слушай, малыш, я понял, что это не ты, пошла ты в баню, а вот давай я тебе денег дам, что ли. А потом я думаю, может, все-таки мне микрофон другой еще купить, чтобы два было вот так вот. Короче говоря, друзья, как вы думаете, вот эта вся история, социокультурная обстановка, до чего ужасно? До чего ужасно? Что дети, я так понимаю, ну не будет же взрослый человек на самом деле при здравом уме, без совести заниматься такой ерундой, просить у меня 10 тысяч. Ну, наверное, подростки какие-то. Короче говоря, я этого подростка приглашаю в нашу школу, мы его будем перевоспитывать. Как вы думаете? Давайте я напишу. Давайте. Так, я понял, что это не ты. Да, смотрите, как я быстро пишу. А я с 10 класса на машинке печатал, когда вообще машинки на машинке печатали, только секретарши такие вот очень опытные могли. А я с 10, потому что я книжки брал у мамы. У меня мама же в Пушкинской библиотеке директором работала в Махачкале. Я у нее брал там в секторе таком определенном, закрытом, на ночь одну-две книжки. И быстро надо было перепечатать. Я бы там «Гипноз» перепечатал, «Ламацеч», там «Ван Фокт», там еще, значит, ну, очень много разных книг. Я с тех пор, я знаю, этот «Гипноз» я с тех пор умею печатать. Я очень быстро. Так, теперь напечатаем. Давай, давай. Теперь, не стесняясь, покажись, и я тебя приглашаю в свою школу, где мы тебя научим снимать стрессы, развивать творческие качества, интуицию и зарабатывать честные деньги. Честные деньги, да, деньги. Да, правильно же? Посылаю. Послал. Теперь посмотрим. Да, если вам будет интересно, я вам потом скажу, что мне ответили. А теперь до встречи, друзья, до встречи.